мы решили приехать в Элисту посмотреть на достопримечательности столицы Калмыкии. И сейчас находимся возле самого большого буддийского храма в Европе. Главный вход. Золотая обитель Будды Хакьямуни. Буддийский храм. Вот, пошли. В этих барабанах находятся молитвы. Их нужно крутить. Все хорошее, приди. Да? Да. И избавь меня от всех смертных грехов. Точно. Видео и фотосъемка запрещена. Надо снять обувь, головные уборы. Мы переместились в центр Элисты на пагоду 7 дней. Вот это она и есть. Прочитала правила посещения? Снимать можно. Можно? Уже хорошо. Пагода 7 дней называется. С другой стороны, с солнечной. Элиста любимый город. I love Элисту, да? Я люблю Элисту. Рядом с пагодой 7 дней есть еще комплекс с барабанами, в которых молитвы находятся. Статуя интересная. Вот еще барабаны. Ворота. Напротив гостиницы Элиста находится комплекс памяти. Воины-земляки, участники парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Доржиев Шарда Манжиевич, Кузьмин Георгий Иванович, Хайсаков Павел Георгиевич, Шараев Леджака Дельдеевич. Кто это у нас стоит тут? Городовиков Басан Бадьминович. Если спуститься от памятного комплекса чуть-чуть ниже, можно встретить скульптуру калмыка, играющего на национальном инструменте, похожем на домбру, да. Но что-то ни таблички, ничего нету. Где, где, где? А, вот, что-то написано. Так, авторы, скульптор Васькин ВС, архитекторы Курнеев СЕ, Лиджи Горяев П. А что за композиция, как она называется? Пятки, да. Можно почесать пятки. Нету, да? Как же так, а? Ну да. Поет песни, играет на домбре. Гостиница Элиста. Ждете, когда подарят. Купи сама. Можно в рассрочку без переплаты. Лу, скульптор Х. Донгах. Город Кызыл, 97-й год. С 10 до 19.00. Зашли на рынок центральный в Элисте. И купили трех очаровательных золотых рыбок. Дуся, Пуся и Максим. Конечно, ты же сказала, придумай имена. Я последовал совету. Чего ты взял, что там Максим есть? Самый маленький это Максим. Может, это девочка. А у нас есть певица Максим. Ты знала об этом? Она женского пола, но она Максим. Вот. Я тебя вывел на эмоции. Ну да. Ты же любишь эмоции. Да? Открывай дверь, мы прибыли. Курочка, ты что тут делаешь? Да это соседские. Марфуша, мы пришли. Собака, бабака. Как там, собачатинка? Иди сюда. Я уже увидела. Уже, да. Я так хотела золотые рыбы. Принимай, о, пополнение в семействе. Спасибо. Так, Дуся, Пуся и Максим. Посмотри, Максим самый маленький. Ты сам придумал или это тебе продавец сказал? Неважно, имена у них уже есть. Дуся, Пуся и Максим. Дуся, Пуся и Максим. Ой, спасибо, порадовались. Мы замучились искать этот зоомагазин. Зеленый 10 рынок. Раз обходили мимо него. Зеленый рынок? Снять каблуки. Ну, центральный рынок. Это. Нет, очень хороший магазин «Зеленый рынок». Это Удехуру. И буквально две остановки «Зеленый рынок». Мы на центральном рынке искали, искали, но нашли. Называется какой-то аквариум. Аквариум. Золотой или... Ну, их, наверное, нужно в карантин сначала, да? Или сразу нет, добавишь? Сюда надо долить воду из аквариума. Вот да. Там. Пусть постоят это минут 20, потом добавить воду еще больше, постоят минут 20, а потом без этой воды с очком выловить и бросить в аквариум. Ну, да, да. Все, занимайся. Такая технология, да? Когда будешь запускать, позови нас, я дело засниму. Пришло время, ребята, запускать новых жильцов в дом. Рыбки уже волнуются, вы видите, что там за новые постояльцы.
Ну, я сразу троих поймала. Всех троих сразу? Да. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, как есть. Дуся, Пуся и Максим. Максимка сразу на дно пошел. Как ты запомнил? Я так и не могу запомнить. Запиши. Дуся, Муся и Максим. Вот Максим, видишь, прям позирует. Как они шустрые-то. А Дуся, Пуся, они... Ну, вон они там. Вон они где. Осваивают. Смотри, тритон куда зашел. Иди. Где тритон? А вот. О, еще и вверх ногами сидит, прикиньте. В листве. Он, наверное, запутался и не может выйти. Думаешь? Я уверена. Эй, тритон. Ты живой? Да живой. Он, видимо, запутался. Вот и чудовище, а. Точно, он запутался и не может выйти. Что, он тебя не боится, вот что ли? Вот это как поплыл кверху. Это они так плавают, всплывают. Угу. А он воздух набирает, как он так, ну, так умудряется плыть. Да и не, даже не шевелит лапы. Так. Вон тот пошел туда. Хоп-хоп-хоп. Оп, одна пошла сюда. Дуся. Вот это так и будет, только спинка у нее. А так она будет, это бачки у нее такие светлые. Да, да, там были чисто белые даже рыбки. Вот это вот будет вот такая вот. О, сом хочет вылезти. Что за новые жильцы, блин? Вторая должна запах. Быть еще одна такая же золотая. Еще одна, она вот, да, сидит. Она пока с ритоном общается. Наводит справки, что здесь, да как. Кто чем дышит. Ну, поехала туда. Вот. Ну все, теперь у тебя аквариум с золотыми рыбками. Я говорю, а как определить, самец или самка? Ну. Она говорит, ну никак не определите. Они в домашних условиях не размножаются. Ну, они делают это. Может быть, я ошибаюсь, из воздуха пузыречек такой. А, из, и туда икру. Из пузырьков такой шарик из воздуха делают. И туда откладывают икру. Вот.